Последнее время теряла очки команда, а сегодня такая крупная победа. Что скажете? Ну, хорошо, что мы победили, и еще хорошо, что так много забили мячей. Вот. В предыдущей встрече нам это не удалось сделать, сегодня за все предыдущие матчи выложились. А первый тайм получился безголевым, а второй, наоборот, такой плодотворный. Что в перерыве-то было? Да ничего в перерыве не было, просто в первом тайме было 10 минут, наверное, наше преимущество полное, голевые моменты мы, правда, не использовали, вот, потом игра выровнялась. А во втором тайме вышли, наладили игру, контроль мяча и забили. Не кажется вам, что Томи сегодня отчасти повезло, у вас еще было очень много возможностей, особенно во втором тайме? Ну, были, да, возможности, может быть, в многих моментах повезло. С каким настроением теперь будете к «Спартаку» готовиться? Теперь уже полегче будет после победы? Морально? Ну, я думаю, да. Уже начали готовиться, думать о «Спартаке»? Ну, в принципе, сейчас 2 дня выходных. Вот, как выйдем из отпуска, будем уже полноценно готовиться. У вас, наверное, какое-то есть преимущество перед «Спартаком» в том плане, что они все-таки играют в матч Лиги Европы, а вам сейчас есть время передохнуть, перевести дух? Ну, трудно сказать, у кого преимущество, потому что, может быть, и то, что играешь чаще, это лучше, может быть, нет. Все будет видно на следующей неделе.